План выполнен. В Набережных Челнах в этом году все работы по республиканской программе «Наш двор» завершены. Всего благоустроили 88 придомовых территорий. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения исполкома. По словам Ильдара Гайнуллина, сейчас готовится программа на следующий год. Представителями генерального хозяйства, проектировщиков, администрации района, управляющей компании проведены обходы городской территории 2022 года, составлены схемы благоустройства. По 81 двору собрания уже проведены, проекты согласованы с жителями. Сейчас вносятся изменения, о которых попросили челнинцы. Все корректировки внесут до 31 декабря этого года.